34 школы и гимназии курорта готовятся к новому учебному году. О безопасности детей на совбезе говорили руководители городских служб, полиции, пожарной инспекции, Роспотребнадзора. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова подчеркнула, поручение Сергея Сергеева выполнено. Школы охраняют только лицензированные ЧОПы. На совещании в Министерстве образования и науки края город Анапа был отмечен как одна из немногих территорий, где сегодня есть первое лицензированное охранное предприятие. И второе, то, что эти охранные предприятия сегодня, спасибо вам, Сергей Павлович, они финансируются из муниципального бюджета. Эта проблема, оказывается, сегодня остро стоит в крае, и очень часто, зачастую этот вопрос решается за счет средств родителей. У нас этого сегодня уже нет. Но два охранника на входе – это еще не гарантия безопасности. Добровольными помощниками готовы стать педагоги и даже родители. Раз в два часа обходить просторные школьные дворы. Я уверен, что это будет способствовать безопасности, но только ни в коем случае через колено у педагогов и так достаточно забот, чтобы мы не… Ну, то есть безграмотный руководитель, он составит график, под роспись его доведет, и люди будут исполнять. Но это должно быть сделано так, чтобы те, кто исполнять будет вот это поручение, правильно, Тарасик, ты смотришь, они должны понимать, что они охраняют прежде всего и себя в том числе. Начальник полиции Андрей Раб добавил, накануне Дня знаний каждую школу обследуют кинологи. 1 сентября на усиленное дежурство заступят больше 350 стражей порядка и казаков. Коммунальщикам предстоит успеть обновить дорожную разметку и пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений.